Так, сейчас вам, гуси, будет еще добавка. Вот у меня тут два подарочка. Угремит, сейчас дождь пойдет. Надо быстренько собираться. Что я тут опять приперла? Вы не поверите, что я притащила. Сейчас, гуси, будете знакомиться. Сейчас будете знакомиться, гуси мои, гуси. Так, я, наверное, сейчас тут закроюсь в сарайчике, а потом откроюсь. Через время я открою двери. Так, что я тут купила? Кого я тут купила? Выходите. Выходите, мои девочки, выходите. Вот. Двое из ларца одинаковы с лица. Да, девочки, да. Заговорили вы. И тут у меня двое курочек. Вот, мои девочки. Да. Привезла я 4 курочки красненьких. Вот такие. Купила я их на частной птицеферме участника. Ну, там небольшое у него хозяйство. Он выращивает кур, продает яйца. Вот таких курочек я взяла, да. Девочки, вот пшеничка вам. Знакомьтесь, тут есть кабачочек. Вот, да, вот. Осматривайтесь, гнезда найдете. И можете нестись, я вам разрешаю. Я думаю, наверное, им по одному крылу обрезать, чтобы они не удрали у меня пока. Я взяла ножнички, сейчас попробую. Иди сюда, подружка, я тебе крылышко обрежу и отпущу. Резала, как остальным. Иди сюда, иди, сейчас обрежу крыло, чтобы ты не удрала. Все, все, девочки. Ознакомливайтесь, тут надо это все убрать. Сейчас гуси придут к вам знакомиться. Скажут, кто вы такие? Кто такие? Откуда взялись? Пускай они посидят, немножко осмотрятся. Куда нестись, где садиться, чтобы они были в курсе дела. Ой, как я успела до дождя. Дождь начинается. Вот, я не знаю... А какое небо, вот. Во, натянуло небо. Сейчас ли? Как я успела? Сейчас пойду гляну. Знаешь, мне тут еще шкурочка домашняя. Вот те должна нестись. Та, что каждый день по яичку несет. Все, она елась. А, водички вам надо поставить. Сейчас девочке поставлю. Гуси увидели. Сейчас, девочка, вы тут осматриваетесь? Да, вы тут будете ночевать? Тут кто тут? А, несется моя девочка. Ну, гля. Тетя. Не бойся. Есть яичко, снеслась. Молодец, моя ты курочка. Чубарочка с цыплятами, это такая с бородкой. Вот, вот вам подружек я купила. Будете теперь 2 серых, 4 красных и 2 цыпленка. Сейчас я вам водички еще принесу сюда. Вы пока осматривайтесь, да, чтобы знали, где вы живете. Ваш сарайчик. Сейчас водички поставлю. Пока дождя нет, надо. Гуси горластые. Ох, ё-моё, горластые. И дождь начинается. Яичко есть. Дождь начинается. Да. Дождь. Лишь бы опять тут не растянуться, как я обычно тут падаю. Курочка, ось вам водичка. Ой, ты моя девочка, пересолила. Сейчас водички попьет. Надо ж всем глянуть, что ж это тут принесла. Вот любопытные варвары. Пшеницы наелись, теперь будет водичку хлебать.
Вот я вовремя вспомнила, что у вас тут воды нет. Ну все, посидите, пока дождь все равно. Пока дождь все равно. Кочка с цыплятами где-то, наверное, под клетками засели пока. Кочка с цыплятами где-то блудит. Ну, еще посидите хотя бы с часок, а потом я вас выпущу. Ох, 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 ох. У меня суп остался. Коты не хотят. Поставлю курочкам. Пускай едят. Они должны такое дело любить. Курочки. Надо вот эти железяки куда-то убрать. Этот чермет. Они там он под бочкой ходят. Они такого не видели никогда в своей жизни. Воли. Они привыкли жить в закрытом пространстве. В сарайчике безвыгульно. Тють, 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 тють. Тютя, тютя, тють. Кура. Курочка. Сокочет. Может, она еще снесется. Поет, поет, ма. Пивунья ты. Пивунья кура. Тут другая ходит. Обычно как они так сокочат, шукают гнездо. Они непривычны даже там на ферме, непривычны нестись в гнездах. Они неслись прямо где-то по земле. Ты какая певица, оказывается. Лавку зеленую поклевать. А то ты не видела такого в своей жизни. Да, скажи, боже, я в рай попала. Боже, я попала в рай. О, поклюю травку зеленую. Будет тебе хорошие яйца нести. Другая он тоже клюет. Мамаша ведет уже цыплят на ночлег. И дождик накрапает опять. Целый день сегодня дождь. Цыпочка. Уже им пора спать. Они в 5 часов вечера. Все, у них уже отбой. Хочется им уже подремонькать. И рано встают, и рано ложатся. Ну ладно. Вы тут осваиваетесь. Надеюсь, вы дорогу в сарай не забыли. Найдете. Ничего, пока временно летом тут будете, на улице. На зиму я вас переселю в капитальный сарай, курятник. Там, где раньше у нас курочки были. А сейчас на природе. Пускай сидят тут. Побегают. Где там червячка? Где жучка? Где... Травку какую-то вот съест, склюет. Ну, что? А там можно золы им поставить, они будут купаться, перья чистить. Они будут еще в земле там колупаться. Вон, они все заняты, они, для них это впервые все. Они выросли, никогда не видели такой воли. Сейчас она увидит. Но они наелись пшенички, когда я привезла их. А сейчас они уже так не голодные. Да? Кура, кура. Ходят. Какую-то каменючку, там песочек, песчинку какую-то.
Все она съест, это все и полезно будет. Ой, опять дождь. Ну ладно. Осваивайтесь, я пошла. Так спать хочется на дождь. Ладно, пойду я супчику поем. Похолодало, захотелось такого наваристого супчика. Со свининки сварила. Еще сегодня ничего не ела. Уже 5 часов вечера, я утром кофе выпила и все. Все, со сладким перчиком. Со спагетти вот поломала мелко. Ой, так пахнет, сейчас буду есть. Ой, вкусненько будет мне. Зеленый лучок с огорода дернула, петрушечку зелененькую. Все вкусненькое. Ой, как вкусно. Ладно, все. Приятного аппетита всем.